Всем привет! Меня зовут Уилл, и вы смотрите канал «Шекспир плачет», рубрика «Обрусевшие». Сегодня с нами еще одна новая страна, то есть человек из новой страны. Мы смотрим шире в мир и находим все больше и больше гостей из разных экзотических для нас, хотя бы англичан, стран. Сегодня у нас перуанец, шеф-повар в России с 97 года, Элиас Видал. Элиас, очень приятно. Очень приятно. Мы у вас в гостях в Москве, а вы у нас в Лувре. Элиас Видаль родился в Перу. Затем переехал в Германию, где 5 лет работал поваром и обучился основам итальянской кухни. Приехал в Россию в 1997 году. Работал в Москве шеф-поваром в таких ресторанах, как Spey Go, Roberto, Bosco Cafe и других. В 2012 году он участвовал в качестве шеф-повара в экономическом саммите АТЭС-2012 на острове Русский во Владивостоке. Был ответственным за питание президентских и дипломатических делегаций США, Канады, Австралии, Малайзии и Филиппин. Элиас лично готовил для таких известных людей, как Жан-Клод Ван Дамм, Джим Керри, Мерил Стрип, Никита Михалков и других. Выступал экспертом во многих кулинарных проектах. Разведен, воспитывает дочь. Элиас, вы здесь с 97 года. Да. Вы многое видели в развитии этой страны. Да. Но вы приехали к нам из Перу. Да, именно так. А вы в курсе, я сам англичанин, вы в курсе, что кто является самый известный перуанец для англичан? Я, честно, не в курсе, но могу догадаться. По кулинарии. А, по кулинарии интересно, нет? Это Вирхилио. Вирхилио? Да. Был 3 раза номер 1 по миру. Ух ты. Кухня Централ. Ага. Это по кулинарии, ну, по гастрономии. А перуанец самый известный. Ну, он не на самом... может литерат Марио Варгас Йоса, который получил... Расскажите, я не знаю. Нобелевский премий, по-моему, ага. Литературе. Современная литература – это Марио Варгас Йоса по литературе. Ну, это немножко касается и телевидения, и журналистики, да. А еще кто может быть представитель? Скажем так, это не совсем человек, это, скорее, из анимации. Анимация, перуанец. Паддингтон Бэр. Медведь Паддингтон. Знаете такое? Нет, честно. Я не смотрю английские передачи. Я сейчас первый раз слышу. Буду с удовольствием слушать. Для нас это медведь, который разговаривает. И приехал к нам из джунглей Перу. Джунгли? Да. Его нашли в джунглях. Вокзал. Ну, он как-то добрался до нас, я уже не помню историю, но его нашли на вокзале Паддингтон в Лондоне. А-а-а. И поэтому назвали его Паддингтон Бэр. Паддингтон Бэр. И он для нас, англичан, такой самый любимый персонаж, да. Как для русских, наверное, Карлсон. Хотя Карлсон не их, но все равно. А, Карлсон, да. Это мультиковый персонаж. Он сначала в книжках был, потом в фильме сделали. Это же давний. Давний этот... Да, уже 100 лет как примерно. О, я не знаю, вот это какая-то большая как бы легенда, да, потому что это нереально, это легенда, история какая-то. Круто. У него была тетя, которая жила в Англии, у того медведя, и она ему научила есть сэндвичи с мармеладом. Ну, не мармелад, как русский понимает, но мармелад. Меда нет, давай мармелад. Во-во-во-во-во. Понял. Вот, и он всегда хранит один запасной сэндвич под шляпой на всякий случай. Из него голодный так же. Да-да-да. Понятно. Вот, это вот я всегда хотел спросить у перуанцев, у перуанца про это, потому что вот я когда в России, мне постоянно русские говорят про то, как мы в Англии пьем чай в 5 часов, 5 o'clock tea.
Это не, ну, это сто лет назад, может, и было, но да. Сейчас это... Это при царе в России было, еще тогда королевство было такое. Да. Функциональное, да. Скажем так. Сейчас так, ну... Сейчас не настолько. Ну, может быть, гостиница «Дочество» в Лондоне, но это отдельная вещь. Это классика, аристократические себе... моменты. Да. Это вот... Так что они про нас так думают, а мы знаем, что из Перу, вот Паддингтон Бэр, а вы не знаете. Нет, ну, уже знаю. Круто. На прошлые выходные наша королева стала 70 лет на троне. Да. Вы слышали об этом? Вот. И они снимали такое небольшое видео, где она сидела и пила чай с Паддингтон Бэр. То есть она прямо актриса, играет. Там он сидит напротив, ну, они нарисовывали. Это история. 70 да. лет. То есть он вошел рядом с королевой уже, на таком уровне. Уже вот в такой социальный статус у медведя. Назвали в честь королевы, двух королев, дочку свою. Да? Изабель Виктория по-испански. Изабель okay. – это католическая Изабелла, испанская королева. И Виктория – это... Королева была, ну, Великобритания нашей. Да, в честь этих двух королев. Мы возвращаемся в Перу, в историю. А вы там выросли, вас пятеро детей. Да, нас пятеро. Трое сестры. Три сестры, я четвертый, младший брат. Вы когда поняли, что умеете или любите, или интересно просто вам на кухне? Побыть, создать. Смотрите, это пошло воспитательные моменты в моей жизни. Я просто анализировал себя. Вот как я попал, как я уехал. Это все относится к процессам, которые были в моей жизни. И это у любого человека может за время анализировать себя и пойти по этапам. И все это есть источник. Это источник есть последствия. Дело в том, что я был четвертый в семье. Были три сестры старше, они учились, первая на утренней смене, а моя старшая на 2 года старше меня была, а они ушли, уходили в школу, а я оставался дома. Она на 2 года, ну да, я оставался дома с мамой. Первое, что я смотрел, ну как бы любой ребенок видит у мамы как бы образец, и ребенок повторяет. Это первое, которое у меня осознанно это пошло, это видит, как она стирает, как она готовит. А человеку, который вот нет никого, ну, детей младше, потому что я это помню, что моей маме, да, уже был ребенок на спине, потому что она на спиной стирала в те времена. Да, маленький ребенок, мне 5 лет. На спине? Да, да, на спине. Но я говорю, в 76-м году я не из богатой семьи, я из обычной пролетарской семьи, скажем так, по тех временам. Папа обычный полицейский, мама домохозяйка, но 76-го года, я говорю, да, 76-го. 76-го. Я это помню прекрасно. Это момент, когда ты повторяешь. И когда мама занята, да, это стиркой и готовкой. А ты повторяешь, а мама не знает, что будет делать, потому что ты хочешь играть, а не с кем. Она говорит, вот трусы видишь, трусики свои, вот так делай. Я так научился стираться во всем трусы, свои, ну, кофты, ну, штаны для меня были сложные, но трусы, понимаете, самостоятельно. Потом на кухне, мама готовит, а мама, может быть, нет, тут горячий, не надо, тут не допустано. Вот в то же время тоже был такой момент, когда мы провожали сестры старшие в школу, и я плакал, потому что я боялся оставаться один дома, не играть ни с кем, потому что в то время человеку нуждается, маленькому ребенку нуждается внимание, а этого внимания нету, только маме. А ты видишь, что в школе детей много. Это было первое. Детей много. Да. Это была первая мотивация. И я понял первую мотивацию человека. Надо делать так, чтобы быть тебе хорошо. И знаете как? Я плакал. Оставляя детей, ну, своих сестры в школе, возвращая домой. Я не хотел уходить из школы. И говорила, ну, преподаватель видит, почему ты плачешь? Ну, он хочет оставаться. Сколько ему лет? 5. А он как? Читает, там, учится. Может, оставляйте, но тут это начальный, ну, первый класс, да? А моя сестра 2-й ходила уже 7 лет.
7 лет, а я мне 5. Должно быть, в сентябре у нас началось, в апреле начинается, у меня 6, только 6 пускают. 6 у меня в сентябрь. Говорит, ну у него скоро будет 6. А, ну давайте тогда оставляйте на день. Я бы поняли, все, ради того, что оставаться в школе. Меня приняли на вторую неделю. Я понял, что надо мотивация. Надо что-то делать человеку, мотивировать, для того, чтобы он это что-то делал. Мотивация – это не оставаться дома один, играть с детьми, я буду учиться. Я ради того, чтобы оставаться, не будет один, и будет в толпе, и там веселиться, играться. Я пошел. 5 лет меня приняли. Оформили. Привет. Слушай, я коротко, но это важно. Если ты учишь иностранный язык месяцами или даже годами, но не видишь прогресса, то это для тебя. Ты, наверное, уже пробовал уроки и с носителями, и с профи. Ты закупил все необходимые учебники, платил за уроки онлайн. А до пандемии даже в каком-нибудь языковом центре. Но вот, блин, не работает это. Ты наверняка думаешь, что есть способ лучше, который не потребует от тебя тратить все свободные вечера на уроки. И ты прав. Есть другой способ. Понимаешь, я все это сам проходил, когда пытался выучить русский, но не было прогресса. Оказывается, не обязательно полжизни проводить в зуме или закрываться в учебнике. Оказывается, можно по-настоящему наслаждаться процессом изучения языка. Можно. Можно смотреть и читать, и слушать то, что ты и так любишь, но только на английском. Надо просто знать методологию. Когда я это понял, моя жизнь изменилась. Я перестал тратить время и усилия зря. Я начал общаться с людьми о вещах, которые меня интересовали, а не просто говорил с ними фразами из учебника. Да и денег я тратил гораздо меньше. Я бы хотел поделиться с тобой, как у меня это получилось. Если кликнешь на ссылку под видео William Hackett Site, то откроется бесплатный чек-лист по типичным ошибкам, которые русские делают в английском. Посмотри. И если ты делаешь эти ошибки, то мой курс для тебя. Все, ссылка под видео. Пока. Это есть первый момент. Потом я анализировал и думал, ничего себе, и так можно было. Mm-hmm. Ну, я так говорил. А готовка уже по времени у меня получилась так, что мама, у мамы ателье, она давала, отдавала заказы, уезжала, да я был на окраине города, на севере столицы Лимы. Она уезжала, заказы отдавала, потому что у нее было маленькое ателье, но заказы были, и она давала. Но 10-15 там блузки, там женские материалы, ну, женские штучки подшивала. У нас 3 машины были. Потом меня научила этим, да? Этим заниматься. Я помогал маме. Зарабатывал, ну, на копейки, как сказать, на лишние расходы. Маленькие, но были приятны. Помнишь свои первые доходы? Да, это от мамы. Да. На шоколад. На газировку, на молоко с шоколадом, был шоколад с молоком, я пил, и маленькие пирожки мы взяли в булочные с ребятами. Ребята не зарабатывали, зарабатывали, угощали. Такие моменты. Но когда она уезжала, я оставался дома. Но на выходные, когда сестра старшая была, она немножко готовила. И я уже, это было, не было примерно, я учился на второй смене, не на первой, на утренней. Это в школе было... 2 смены? Да, да, 2 смены. Утренняя смена и вторая смена. На утренней смене я до 5 класс, уже 5 класс, 10 лет, с один, уже с этим возрастом на каникулах готовили мы все вместе. Сестра старшая, мы смотрели, я смотрел. А когда они уже утром восстановились, мне было 10 лет, мне пришлось самому готовить, себе. Потому что я уже в 6 классе учился на второй смене. С часу до 6. То есть вынужден? Да, вынужден. Но это правильно, потому что мама уже обучала самостоятельность. А чего нет, иди вперед. Тебе что нужно? Кушать? Готов. Рысь умеет варить. Яйцо, конечно. Да. Суп я однажды, вот у нас был зеленый суп, а мама когда-то проходила курс кондитерскую, мне были краски. Я не понимал, как делать зеленый суп. Суп, а это надо было править зелень и просто перемещать, ну, с картошки в рис, он там мясо варится, а я там краску, я готовлю. Это было смешно, но правильно, это есть моменты в жизни, которые тебя отталкивают к этому. Я тоже когда-то использовал краски в еде, я пытался делать печенье дома. Тоже лет, не знаю, 6-7, я решил, я хочу синие печенье.
взял эту темно-темно-синюю эту краску, залил туда. Плюс, по-моему, я как-то сказал маме, что ее рецепт для печенья неправильный, и надо мой рецепт. Переделать. Это вообще невозможно. Вообще ни о чем. Отвратительно. Я не знал, что делать. Да. Понятно. Ну, такие моменты. Да, жизнь, как скажем, составляла, вынуждена, научила. Ну. И тебе прямо понравилось? Или это просто, ну, надо готовить? Это были в том моменте, на котором я мог дальше свои действия совершать. Mm-hmm. Значит, надо есть, пойти в школу. Mm-hmm. Да? Это необходимо. Еда – это необходимый человек. А в вашей семье, ваши четыре, как siblings по-русски, Миша? Братья, сестры. А, одним семья. Словом. Родственники. А, родственники, да, родственники. It's relatives. Да, розовый. Бедный язык русский, знаешь, он не хватает всяких слов. А твои братья и сестры, они тоже такие ответственные за себя, за свою жизнь? Я могу сказать, как и старше, она не видела примера. Потому что мы папа был полицейский, мало что. В выходные побывали дома, но он мало общался. Вот это есть первый момент, который я анализировал, ну, позже уже, в взрослом среднем возрасте, что это много чего зависит от отца. Mm-hmm. Мама, да, мама это одно, а отца это пример. Мужская энергетика, зарабатывать денег, правильное, как сказать, ну, чтобы ты был стойкий. Mm-hmm. Он этим не занимался, к сожалению. И это влияло на мою жизнь и на мой характер. Вам пришлось построить это самому? Переделать, да, себя. Когда вы это начали? Переделать себя? Ага. Вообще после пандемии. До этого совсем я не... Совсем недавно? Да. О-хо-хо. 48 лет. Я хочу побольше об этом говорить чуть позже. Да, конечно, мы продолжим. Как бы я углубляюсь, когда будет надо, поделюсь моментами истины. Расскажите немножко про Лиму, про Перу в вашем детстве. Я не представляю себе эту страну, я не был. Да, вот мы как жили, можно сказать, в семье обычной пролетарской или обычной сфере, да, не богатые, не очень бедные, потому что отца, вы знаете, работает в гос. Учреждение, это полицейское, это стабильность. Uh-huh. Он выбрал такой путь. Ну, стабильно было все. Финансово стабильно было все. А образование было, да? Образование было. А, ну, уже на том уровне, когда ты заканчиваешь школу, да, государственную, ты уже приходишь в университет, а там толчок, как бы, моменты есть, где вот этот момент, когда мама участвовала, не отец участвовал. А вот если реально видеть жизнь, отец должен участвовать, потому что отец – это сила. По всей энергетике отец – это денежный поток для потомства. Он показывает это все. А мама – это гармония семейная. А человек должен получать эти двух, чтобы дальше идти. Если они не входят в твое сознание, в твои детей, то ты можешь хромать, скажем так. Немножко так. Это усиление будет, а в этом нет. Я поэтому немножко был более домашний, более неактивный, как мужская вот сила зарабатывать деньги. А у меня шло просто. А я не искал. У меня не было такого жилья предпринимательства. Поэтому я в какие-то моменты моей жизни, я вот хотел что-то создать, а у меня как бы, знаете, сливалось вниз. Ну, это отцовский момент. Ну, я могу сказать, что я неплохо провел, да, и в школе я учился нормально, не на первый, был всегда третий, да, в школе, был третий. Я старался быть первым, но как-то не получалось, потому что влияет окружение твоего, с кем ты дружишь, кому уделяешь больше времени, и туда входит твоя энергия, и это правда. Я недавно узнал об этом, ну, как бы, носил себя, потому что если бы это мне объяснил отец или мама, потому что в том возрасте не было такой информации,
они же не прожили так жизни осознанно. Осознанно в том смысле, что давать человеку не стабильность, а знание. Объяснит, как можно прожить. Потому что человек может сам себе стабильность создать. А вот это воспитание, скорее всего. А в данный момент я занимаюсь другим, с ребенком. Я не занимаюсь его стабильностью. Да, конечно, поддерживаю. Но я говорю, что нет, самостоятельность – это лучше, чем твоя данная стабильность. Твоя заработка, которая может тебе… Заработка будет из разных источников, не из одного. Ну, грубо говоря, это меня не учили. Отношения с отцом близкие, хорошие, тяжелые? Вот это был мотив, почему я уехал за рубежом. И ссора. Это момент, который влияет на мою жизнь. Да. Это был очень сильный ссор, который я принял решение покинуть то место, которое ему принадлежит. О чем ссорили? Это ссоры были со сестрой. Из-за ругания сестры я заступал за сестру, со сестру, но старше мне на год, потому что она, у нее другой менталитет отцовского и моей. Она очень упорная, она властная. Да. В то время мне было сколько? Когда мы ссорились? 17 лет, ей было 19. Она уже училась в университете, сама поступила. Все, она сама все создала в своей жизни. У нее характер другой. У меня были мамские. Она, может быть, как папа видела, что она самостоятельна, да? Она может вот это примерно. А я принял более мамину сторону, женскую сторону. Я ударился, как можно сказать, как ну, ребенок, подросток, да, 17 лет. Мужчина взрослеет больше 20, ближе к 20-30 лет, ну, выше 20, ну, 30 где-то. 30 выше они осознают по-другому. А мне пришлось еще позже осознать это. Но это не важно. А важно, что в тот момент я принял это как обида от мужской линии. И я решил уехать. И у меня был повод, только стал как. Искал как. А, да? То есть это уже был... Был повод, и надо было... Быть самостоятельным. Mm-hmm. То, что мама учила. Будь самостоятельным. А что я тут живу? За твой счет? Нет. А почему я буду самостоятельным. Не в Аргентину, Чили, там где-то? Нет, было возможно через знакомых попасть в Германию. Ага. Там другая жизнь, другая страна, да. Я не говорил по-немецки. И до сих пор не говоришь? Ну, чуть-чуть, да. Я практически 5 с чем-то, почти 6 лет прожил в Германии. И работал. А там все понадобилось, все это самостоятельность, кухня. И я не исключал свои мозги, потому что я перед тем, как уехал, я еще поступил в университет. И я в 17 ссорился с отцом, в 18 поступил в университет. Самое сложное в Перу, да. Самое сложное, потому что я взял пример моих старших сестер. Не старше, а двух старших. Они самостоятельно поступили, как женские. А я не должен будет оставаться. Я тоже поступил, и успешно поступил. И у меня были на том моменте сильные, но крепкие основания физику и химию, которые я сейчас вспоминаю и изучаю. Я только что хотел спросить, вернемся в школу, а как у вас получилось с физикой и химией? Потому что это и есть основа кухни. Да, это правда. И как в школе? Нормально? У меня в школе физика была отлично, да. Химия так. Но чтобы поступить в университет, я год готовился в частное учреждение, как подготовительный курс. Год. Но ты изучаешь полностью. И все эти курсы для поступления в инженерную, это называется Национальный инженерный университет, Национальный Пергонский инженерный университет, это одна в Лиме, тогда в те времена была государственная, и очень сложно было попасть. Один на тысячи. Нет, на 100. Один на 100. Один человек на 100. Один на 100. Тысяч нет. Один на 100. Да. Один на 100. Было 200 мест и было 20 тысяч или 30 тысяч там поступающих. 190 с чем-то поступили из 20 или 23 тысячи, что ли. Что такое? Да. Один на 100 или чуть больше. Но это сложно. А я попал в двадцатку. А вы... И подготовился. Готовились? Да, готовился. Но я не понимал, что это меня приведет
канализированный, вот когда я пошел уже на кухню, это уже в Германии. Mm. От того же, опять же, жизнь вынуждена, жизнь составляла, и пошло, эти навыки пошли. И я помню это прекрасно. То есть вы не сопротивлялись? Нет, 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 нет. Потому что это был в данный момент, в те времена, в том моменте у меня был уровень знаний хороший, но использовать я не мог нигде. От незнания языка. А что я буду обучать немцев подготовительные курсы, чтобы поступить в университет? Нет. Вот любой человек, который попадет в Германию, это иммигрант, во-первых. Ausländer по-ихнему. Второе, да, Ausländer. А второе, ты занимаешься услугами, потому что как бы каким-то другой не может быть. Либо ты убираешь, либо работаешь на сложных местах, где не понадобится твое знание и твой язык, либо ты находишься в среде, где ты можешь работать. Mm-hmm. Опять же, нелегально. Да? Я работал нелегально. Mm-hmm. В Германии? Да, зимой, а летом уже легально. У меня был международный студенческий билет, с Перу я получал. И там можно было возможность только летом работать через студент-сервис, назывался, студент-сервис, да. И можно было оформлять, и работать легально, типа не платить налог, но просто легально, официально ты работал. И выезжал, и заезжал в страну, и так 5 лет. И вот я попал через друзей. То есть учились 5 лет там? Нет, я работал. 5 лет не учился, я работал, деньги заработал. А мое знание не пригодилось тогда, не пригодилось. А кем работали? Поваром. Я устроился в среде, я опять же говорю, надо устроиться в среде, где тебя поймут, где тебе легче. А в среде немцев нет. Я попал в среде итальянцев. Окей. Да. Я там начал работать. Вот, ты перуанец, а там, слава богу, были 2 пацана, которые вот испанно говорящие, но они итальянцы. А, ты новый, иди сюда, вот это надо делать, это надо. Чего? Вот видишь все это твое. Обмотаем будешь мыть посуду, назад. Да, будешь как, мыть посуду, вот, как вот эти вы моменты. Нашли это, итальянцы? Через, опять же, через знакомых, которые меня привели в Германию. Они же мне подсказали, слушай, тут здесь требуется. Тогда перуанцы... А они кто? Это из знакомцев? Это из Перу, да. Я, слава богу, у меня тетя до того, как уехать, прислала деньги моему дедушку. Его нету. И у него нашлись деньги, чтобы купить мне билет. Я бы в долг брал. Как бы так. Потом я вернул. Он мне, конечно, подарил, но я вернул. Да. Я попал через друзей. Тогда виза была, не нужна была. Только нужно было билет. Да? И тогда не было билет туда-обратно, в один конец. И пропускали все. Не было такого. Шенгенское соглашение не было. В 90-х не было. В 91-м году я попал. А после ссоры, все, там университет. Нет, надо уехать. Хотя я понимаю, что сейчас и на, помнишь, чемпионат мира в 18-м году здесь? Мои приезжали. Мои однокурсники, скажем так. Потому что я прошел первый год университет. Они приезжали. Они... Можно сказать, шишки. Они шишки в телекоммуникации в Перу. Больших предприятий. Большие шишки. В этом смысле. Нет, в смысле, они в больших постах стоят. Потому что инженерные университеты. Они прошли всю этапу, и они стоят в руководстве разных предприятий. Они приехали ко мне. Встретили. Кем ты работаешь? Ну, опора, шеф. Да, здорово. Ты кем? Тут, когда я узнаю, это у них жизнь пошла по-другому. Но я не жалею о том, что я с ними не мог дальше идти. Вы там учились только год, да? Ну, год и чуть-чуть больше. Чуть больше года. Да, чуть больше года. Но этого достаточно было, чтобы как основа, чтобы начать работать поваром? Нет, я это умение я не принимал никогда. В Германии я никогда не принимал. Я поваром это было от мамы уже, от моих моментов жизненных, мои умения. А вот знания я не принимал в Германии. И знания я начал принимать потом. Это уже когда я ушел из одного большого предприятия здесь в 2008 году. Когда началась молекулярная кухня. Я начал читать. Я понимаю, что это легко.
Да, для меня было легко. Вы по-итальянски, видимо, тоже говорите. Да. Понимаете, совершенно говорите. Верно, да. 5 лет, 6 лет, да, я сказал. И я приехал по итальянской кухне сюда, в Россию. Вот уже в 97-м. У вас прямо как-то учили или просто делай это, делай это, делай не так? Смотрите, когда ты проходишь университет, ты понимаешь, что есть стандартное обучение. Когда ты проходишь кухню, тебя просто показывают. Mm-hmm. Но ты, понимая не логику, а методику обучения, ты понимаешь, что вот то, что тебе дают, это основа для того, чтобы ты дальше шел. И я воспринимал так, потому что если ты в любой работе воспринимаешь, да, мне это показывает, но не делаешь логический цеп, ты ничего не создаешь. И ничего пойдет дальше. Да, да. Я все время собирал информацию и по логической цепи собирал шоу. У вас был цель стать шишкой на кухне? Стать каким-то большим шефом? Персонажем, это... да, влиятельный человек. Смотрите, цель как таковой в тех временах у любого начинающего повара, скажем так, любой солдат мечтает быть генералом. Это правда. В любой профессии. Конечно, в тех временах хотелось быть представитель, носитель вот этого новой тенденции, как бы я так подумаю, придумаю. Но есть разные пути. Как Элиас оказался в России? Как пережил здесь дефолт 98-го года и... кризис 2008-го. Почему он развелся с женой? Как осознал свои ошибки и изменился? Вы услышите удивительную историю о том, как Элиас работал на большую шишку на Мальдивах. Каково готовить для очень богатых людей? И должен ли шеф-повар быть жестким, как Гордон Рамзи? Узнаете в полной версии интервью с Элиасом Видалем по ссылке в описании видео. И к тому же все предыдущие полные версии видео по той же ссылке sponsor.ru.